с вами Crochet Day Game. Всем привет! Всем привет, Крош! Что мы сегодня играем? Roblox новая какая-то игрушка? Garden of Banban. Вау! Расскажи, что это? Это такой детский сад. О май гад, детский сад! Ужасно! Не, но он страшный. Там есть монстры. О, уже какой страшно. Же он детский. Мама, ты где? Ты уже зашла? Я не знаю, у меня загружается очень долго. А что это за кабинки? Это, наверное, туалеты, да? Папа, это лифт. Мне просто в детском садике часто штаны ложат, и я думал, да. Мало ли. Может, туалеты, чтобы добежали, как бы. Я ой, думала, какая это девочки. Расскажи, Крош, как играть в эту игру? Мне интересно, здесь, реально. Здесь нужно зайти в лифт, и сейчас я жду маму. Папа, хватит смеяться. Окей, давай, ладно. Мам, да ты загрузилась или нет? Я загрузилась. Я тоже загрузился, я уже так грузанул. На самом деле, я тут в каком-то помещении, оно такое красочное. Мам, ты без меня, походу. Да? Только я ничего не могу тут делать. Я почему-то Крош. Хожу, я вижу тут типа как столовки. Мама, ты, короче, ты не туда пошла. Не туда? Крош, да. А что детки делают? Они смотрят сейчас на куда. Мама подойдет, давай не будем ждать. Да начнем просто игру. Она не сможет к нам присоединиться. Ну ты покажи вот. Пока что и как здесь, вот именно, да подожди, как играть в эту игру. Сейчас я зайду в тот лифт. Напоминает как Doors, да, что ли? Типа, заходишь в лифт какой-то, не? Ты уже зашла, мамочка? Да, я перезахожу. А подожди тогда! Что? Меня лифт выбросил. Выбросил, потому что я пришла к тебе, понимаешь? Выбросил лифт, еще и плюс ты меня телепортировал. Ты меня видишь? Нет, меня телепортировал уже в саму игру. Так тебя же выкинуло из лифта. Перезайти? Тебе, да? Ну давай вместе начнем. Хорошо. Давай, перезаходи, Кроу. Я тут посижу. Я говорю, не торопись, не торопись. Я тут пошла на стульчики разноцветные. Пап, ты видел, я вышла. Оно меня телепортировало. Да, оно, знаешь, оно сказала, куда ты собралась, Крош? Без мамы. Без мамы. Ты, кстати, тут двери, они по количеству игроков. Есть первая дверь. Одна из одного, два из двоих, там три из троих и так далее. Давай, вот сюда, веришь, это привет, я. Привет, Сахаров, привет. Пошли вместе, пока никто не зашел. Все, закрывай двери, чтобы никто сюда не щемился. А тут уже все, 5, 4, 3, 2, 1, 0, поехали. 1, 0, не страшно, если честно. Не бойся, мы с тобой. Надеюсь, его сразу же не убьют. Так, а что тут надо делать? Это детский сад, и там есть монстры, и от них нужно убегать. Крош, ты мне расскажи это. Зря мы, конечно, это на ночь снимаем. Короче, ну, ничего, мы зато с мамочкой рядом. Будем тебя убаюкивать. Я нашла, ты где? О, вот привет, я. Сахаров, привет. А что так. Я такая высокая? Так, смотрим. Так, крошек. А что это за кнопка? Мы должны найти... Что найти, что-то да. Найти мы должны. Очень логично. Пошли что в это? Эту дверь. А ты вроде не можешь. Подожди. Так, сейчас можно найти, походу, какую-то кнопку? Как рацию. Я видела, в прошлый раз зашла, и там девочка держала в руках как будто рация. Вот как реально? Первая картинка. Вот видишь, такой вот пыпти какой-то непонятный, как сим-карта. А здесь нужен как... А здесь нужен гаечный ключ. А что это кью? Ой, я... Папа. А, это за робаксики. Мам, смотри, я мусорку выкинула. Подожди, мешала она тебе? Крош, так что делать-то надо? Когда игра начнется? Папа, она уже начала. Уже началась игра, и мы должны что-то сделать. Я нашла карточку. А, это... Нашла? Пошли, мам, да. Это как квест-рум, да? Ага. В синюю дверь пошли. Так, все, открываем. Так, что здесь такое? Убрать. Что это за кнопка? Ой, а что... У тебя тоже она есть, рация какая-то? А вот это... Алло! Дрон, Крош? Куда знаем? Это лампа, так. Наверное, да? Так, дальше. Я, кажется, понимаю. Нужно, типа... Куда-то нажать. Мам, что здесь нужно сделать сейчас? Как ты думаешь? Тут надо... Электрика. Пошли туда посмотрим. А я вот здесь не могу ничего взять? Так, сейчас. А где ты взяла карту?
Вот то там. Пойдите в другую комнату. То есть надо здесь задать, как дальше пройти, а в эти ворота войдешь? Они не открываются. Ну, рации, между собой общаться. Алло! Ну, какой в этом смысл? Ну, я не знаю. Это не рация, походу. Это может, пульт какие, какой-то. Может, какие-то ключи? Это пульт. А ну к компьютеру подойди, нажми что-то. Да нет, нельзя ничего. Ничего, да. Вот наверху это красное, мы можем ее нажать? Нет, я нет, уже нет, это просто декор. Это самая наша мусорка, которую я вывалила. Ну, хорош, ну давай, мусорка, это все прикольно, ну давай, нам надо как-то выбираться отсюда. А здесь свет моргал. Не это знаю, как дождь, да, может упаковки, распаку какие-то. А мне кажется, вот, вот эта лампа или это может дрон что-то значит. Мне тоже это кажется слишком странным. А просто в двери дрон. Попробуй войти с помощью этого пульта. Вот. Так, я ничего, да, вообще. Ладно, так, крош. Может, коробка надо прыться? Вот, вот эта коробка, она как-то она светится стрёмно. Да, да, что-то происходит. А чё? Так, она ты можешь светится. Ее как-то двинуть разочек, нет. Ударить, нет? Я ее ударяю. Ну что такое? Что не так? Иди в другую комнату, крош. Да там уже ничего нету. Не знаю, как ты считаешь, в чем тут прикол? Мне кажется, здесь прикол. Здесь есть подвох. Ну какой тут подвох? Этот дрон слишком странный. И кнопочку мы не можем нажимать, да? И кнопку. А давай в другую. Вот иди на секундочку. Иди туда прямо. Прямо, в самый конец иди. Да там ничего нету. Ну давай пройди, посмотри. О, ну конечно, мама, там ничего нету. Я нашла. Увидишь, как папочку полезла. И все, пошли, мама. Ты куда ушла? Так да и все, маме батарейку, туда. Там тоже есть батарейка. А что ты там делала? Короче, я взяла какую-то батарейку. Батарейку взяла? А что тут дальше? Надо подключить, наверное. Надо к дрону подойти, может ставить батарейку так. Надо. Там, кстати, еще была батарейка. Да, реально? Надо, ты не торопись, надо, может, обсмотришься там, может, что-то еще найдешь. Крош, ты, ладно, вы знаете, ребята, так, никогда не... Вот, там дальше батарейка, никогда не надо торопиться, нет, потому нет. Что торопитесь и много чего пропустите. Надо быть внимательным, смотреть как бы в разные стороны, может, какие-то детали. Там, вся да, фишка в деталях. А ты назад обернись, там какой темный угол, может, еще что-то есть там в углу, нет? Все в деталях, полностью. Так. Не показалось? Нет. Так, last, что среди press, что left mouse, что-то написалось. О, крош, смотри, уже что происходит. Вот сюда, вау. Сюда, ближе. Во, видите, вы управляете этим дроном. Так, по этим дронам, смотрите, этот, мама подняла батарейки. А там... Надо, знаете, что сделать? А куда его? Вент-канал, где тут канал, ну, тут вентиляция. Посмотрите вверху, возле потолка, есть где-то или нет? Сейчас, пойдем. Так, сейчас. А вы прицепите к этому дрону? Вот, надо прицепить к нему, не? Или это просто управление? Я знаю! Ты знаешь, Крош, да? Отлично. Это туда уже... Туда дрон, наверное. А как его туда? Не, ну вот здесь, рядышком. Так, а ну на... Сейчас. Секундочку. Так, вот мы посылаем... Это ты нажимаешь, посылаешь сигнал ему, да? Крош, ну подойди ближе. Так, смотри. Он может пуляться. Стрелять, что ли, может? Сейчас. Вот сюда подойди, да. Да, молодец, вот сюда. И быстренько вот так в дверь впульнить. Не, вообще ничего не реагирует. Оно возле... Я знаю! Ты знаешь? Я, кажется, знаю. А, у тебя и у мамы свой дрон, прикольно. Вот сюда, мам, походу, его нужно на кнопку. Я пытаюсь. А я не понимаю, где мой дрон? Вы направляете в этот кружочек прицел, нажимаете. Где мой и дрон? Дрон летит туда, всё, куда вы нажали. И давай, вот сюда иди. Вот сюда. Фух. Смотри. Как? Я открыла. А я нажала меня... что-то. Ты нажала дроном, а тебе надо на другую дверь, Крош. Тебе надо на другую дверь. Да просто у каждого своя кнопка. Точно? Точно нажалась? Так, на вторая. Вот это? Да. И Крош, вторая, давай. А вот тут тоже. Это реально кнопка, вы были правы, Кроши. Сейчас мы пойдем посмотрим, может еще есть. Да. Да, открыла! Точно! Надо получить, да? Делать, значит. О, вау, делать. Это что-то стрёмное было, вы видели? Мам, там какой-то... Это... Фиолетовый мега-попугай. Там какой-то фиолетовый здесь попугай был. Так, да. Крош, аккуратненько. Дрон давай с собой возьмем. Если это, то есть это детский садик? Да детки тут заиками станут, да? Да, это сюда. А я свет включила, иди сюда. Сейчас, подожди, я свой дрон хочу забрать. Так нажми на пульт, и он к тебе сам придет.
Самый первый. А, да, да, он прилетает, Крош. Когда ты нажимаешь, он за тобой летит. Самый первый пультик, он прилетит тебе. Так, так, заходите, я это включила в каждую свет. Комнату и ничего не пропускайте. Так что это за ша... что это за яйцо? Динозавр. Какое-то яйцо вот этого, наверное, фламинго какого. Да, точно, вот, вот он. Оно. Ничего себе, а? Это... А я думал, курочка ряба. Мам, ты где? Я там. Нефертина, походу, пришла. Смотри, нефертилочка. Так, вот яичко. Да яичко я не могу взять. А, все, взяла. Точно. Мам, смотри, там вот это. А давайте подойдем посмотрим. Она не психованная какая-то? Она психованная. Надо в нее кинуть яйцом. А ну кинь мне что-то. Вот тоже еще одно яйцо. Слушай, она нас не сожрет, давай. Если мы заберем яйца? А дронами ее пару раз. Давайте ее попробуйте. Так, все ли нормально? Что? Так, где там дроны? Так, все. Где мой дрон? А вот так, рядышком. Крош, давай. Вот, давай. Иди. Иди в нее. Давай. Она застыла. Все. Все, что-то произошло. Короче, я ей кинула в рот яйцо, ты тоже кинь, иди. А как кинуть? Подойти к ней, кстати, и дотронься. Смотрите, да. Вот, видите, да, туда надо яичко бросить. Дотронься точно до нее, получается, там, где кнопочка, вот эта вот, и ну, подойди к ней, у тебя будет пальчик высвечиваться. Да я знаю, надо еще яйца. Яйца, собрать. Вот, смотри, вот яйцо. Да я знаю, я к нему иду. Надо, короче, собирать яйца и кидать ей в рот, да? Да, вот я еще на одно нашла. Я пойду поищу. А сколько их должно быть? Я не знаю. Здесь можно ускоряться чуть-чуть. Как тут ускоришься? Я пойду в трубу залезу. Может, получится мне тут залезть? Как залезть? Я, походу... Блин, мне показалось, то, что я... Короче... А, реально. Засунула, я слышу по звуку. А, да? Угу. А, у тебя же наушник. Так. Пап, мне страшно. Не бойся, папа рядом, мама не рядом. Надо, мы тут добрые дела делаем. Так, а если в другой комнате тоже? Курочки ряби, возвращаем ее яичко. А она так выглянула, да, такая вот, помогите мне. И мы такие начали помогать. Помогите, пожалуйста. Как-то стрёмно. О, я нашла еще одно яичко. Где? Она выглядела так, что мне не захотелось дальше идти. В лодке я нашла. Ну, вот туда. А, ладно. Так, Крош. В лодке яйцо? Слушай, да, по-любому, в лодке. В лодке смотрится, чтобы что-то было. Да, вот как-то так вот. В лодке нету. Нету, ладно. Я уже взяла. Ты взяла? Ты уже нашла? А, у нас общие яйца. Все, я закину ей. А, тут надо 6 яиц. Смотри, тут есть... так, птичья миссия. Это надо 6 яиц собрать. Ой, какая она страшная, ужас. Четвертый. Пятый, шестой. О, билетик, глянь, билетик. Они тоже дали билетик. Класс, мы пошли я туда. Знаю, куда. Пошли, там короче, было я что-то. Бегу туда. Давай, побежали. А здесь, кстати, ускоряться можно. Как тут ускоряться? А. Да уже все, пошли туда, прямо. Ой, кто-то что-то разбил. В смысле? Ну, мне вопрос. Где какая-то карточка? Мажлок. Мотолок. Ой, не мотолок, а... короче, молоток. Крош. Все, пошли. Вот туда. Вот туда. Иди туда. А чё твой... То есть мой дрон летит к тебе. Почему? Крош. Все, мам, открыли, бежим. Быстро. Да? Да, открыли уже. Так. Пошли. Так, и что вы это говорите? Я с дроном иду. Я на всякий случай там кину вот сюда. Какая комната? Да, там, где помнишь, там, где было заперто. Там, где страус? Так. Там, где страус? Мам, сейчас уедет! Кто уедет? Крош, прыгай! Я маму жду, потому что без мамы я не могу уехать. Мама, ты... Там, где страус был? Да там, где страус был. Иди туда. Подожди, я не могу залезть. Да вот. Кто уедет? Быстрей, иди туда. Сейчас туда приедет, короче, нам лавочка. Все, там, мам, садись. Все, туда. Все? Все, да. Ты на ней. Никуда не уходи. Ты еще, если... Мам. А? Ты упала. Класс. Мам, ты упала. Бедная мама. А там за сколько возрождения?
сколько там возрождение, мам? 59 рубаксов. Ого. Будешь возрождаться или нет? Или нет? Крошик, бери карточку. Я беру карту. Мама, ты возродилась? Да. О, это ради нас, спасибо. Ну только я не знаю, я тут становлюсь. Вау, что это ему надо? Она смотрит на нас. Что она хочет? Я, короче, в него запульну этот дрон. Пока. Давай, подстрахуйся. Можешь его сбить? Он следит. А! Он идет за мной! Крош, это реально. А я не знаю, как к вам добраться. Как вам прийти? Ма, он на нас смотрит. Послушай, а может он просто хочет, чтобы его он исчез. Угостили что-то вкусняшкой? Так, Аринка, аккуратно. А вы возвращаетесь? Не, мам, да-да-да-да-да, возвращаемся. А да там просто нажали, короче, кнопку. Это я нажала эту кнопку. А, да. Вот пошлите туда, там должна синяя дверь. Голубая. Крош, ты точно? А, да, я знаю, да-да-да-да-да. Там... Зачем я тогда туда и шла и умерла, получается, зря. Ты могла там подождать? Да. Мне просто темно тут в экране. А открыта дверь, не? Нет. Надо открыть. Там была кнопочка дроном запустить надо. А, у нас же есть вот этот оранжевый. Всё. О, есть, открылась, отлично. Так. Так. Это что за черная кнопка? Нажми. Сейчас дрон нажмет и узнаешь. Так, ну давай. Так, и вот эту штуку. Давай. Мой дрон завис. Так, ну давай, лети сюда. Да врежься в эту кнопку. Чё? А где мой дрон? Мам, призови его. Ты не видишь? Я делаю его, а он стоит. А я, короче, сделала кнопку этой. Я сделала кнопку. Все, есть. Сейчас что-то откроется. Синяя дверь. Нет. А что открылось? Все, теперь вроде должна открыться. Что она не открывается? Давай, нажми на нее, Крош. Так, пошли, дрон сюда. Врежься. Врежься. Нет, мне кажется, надо пойти вот сюда в комнату. Там тоже и была кнопка. Сюда. Смотри. Мы эту кнопку нажимали? Какую? Конец здесь там написано, видишь? А, то есть нужно... Можно я врежусь? Ну, врежься, потому что я два так. раза пыталась, а она не работает. Так, и вот туда. Давай, стреляй. И... Мимо. Ничего, хорошо. Сначала нужно его туда призвать. А эта кнопка уже нажата, видно, на зеленой рамкой, видите? Так мы ее не нажимали. Мы ее не нажимали. А, может, она еще рано, может, еще рано. Все, другой игрок, я пожалуйста. Нажала. Так, и что там и дальше? И какой этот типа знает? Вау! Мам, смотри, пошли! Там где, да? Мам, там где красная лифт. Дверь, быстрей! Подождите меня. Мам, тот игрок ждет нас? Знаете, прикольная игра на прохождение. Вот так вот сидит толпой, да? Надо его страховать. Нас закрыли. Вот тот игрок куда? А, у нас просто разные лифты. Ого, мы куда-то прям далеко. И смотри, нам фонарь оставили. Наверное, что-то страшное покажет. По-любому. Ну, не зря такое, да, я думаю, оставляют. Такой детский садик не на ночь. Ой, фух, мам, ты здесь? Да, я тут. Только ты не особо не прыгай, потому что... А здесь тут... нельзя прыгать. Ну, смотри, я говорю, что будет происходить. Как бы, да. Видишь, что-то вылазит там, да? Кто-то нас... Ты закончил игру за 7.49? Мы закончили, получается? Да, мы закончили игру! Класс! Прикольно! Вот такая была игра. Да, очень легкая. Кому понравилось, ставьте лайки, было совсем не страшно. И подписывайтесь на наш канал. Да. Всем пока-пока! Пока! До встречи в новых видео! Пока! Всем пока!